Привет, пришло письмецо с какой-то монеткой. Давайте посмотрим, что здесь. Отличная упаковка. Сейчас попробуем вскрыть. Скорее всего, для того, чтобы не было видно, что в пакете. Это монета. Прям как запаковали. Это реплика на монету номиналом в 100 гривен. Смотрите, какая красивая. Номинал 100 гривен. Называется пектораль. Вообще в оригинале она полностью золотая идет. Смотрите, какая. Немножко больше по размеру, чем капсула. 100 гривен. Я думаю, отлично китайцы делают. В оригинале такая монета стоит приблизительно 60-70 тысяч гривен. Вот. Давайте покажу вам, как она выглядит в каталоге. Вот, смотрите, вот такая вот монета. По размеру, если посмотреть, полностью она совпадает. И довольно реально красивая. Смотрите, как. Реально такую настоящую прикольно иметь в коллекции. Если у вас есть возможность, я советую покупать. Вот, конечно, в идеале покупать скифское золото настоящее. Ну, такие возможности, к сожалению, не у всех есть. Вот такое маленькое включение с обзором золотой копии. Как говорится, копии на золотую монету 100 гривен. Тираж у них был 1500 штук. В 2003 году они вот... Ну, хорошо, что это не оригинал, потому что уронить такой оригинал сразу... Блин, довольно толстая, кстати. Довольно толстая. Ну вот. Каких-то тут сильных отпечатков на ней нет. Довольно прикольная.